Все, да? Можно начинать. Всем привет! С вами Максим Какимов. Я нахожусь на шоу Wave FM. Все было нормально. И все. Зачем ты это сказал? Зачем вы зажали? Это у вас супер лютая фишка. Давай сначала. В эфире шоу «Волна FM». Герою нашего шоу будут включены по 10 секунд популярных песен. Его задача – угадать песню или хотя бы исполнителя. Если участник угадывает, получает балл. Если нет, выполняет наказание. Также могут быть использованы три подсказки. Звонок пионеру, помощь из зала, жертва пионеру. Наш сегодняшний гость – вожатый дол «Волна» Максим Акимов. Yeah, boys, and compatriot, talk, body back. Меня зовут Максим Акимов. Я работаю в лагере «Волна». Я работаю уже 3 года там. И сейчас я нахожусь на новом шоу Wave FM. Это супер крутое шоу, так что оно будет супер крутое. Ставьте лайки. Все внизу, внизу, ставьте лайки. Йоу, включайте ваши песни, сейчас я все отгадаю. Итак, это первая песня. Я не знаю, что это за песня. Моя вина. Что я должен сказать? Я не знаю, что это за песня. Подсказки я пока не буду использовать. А, это значит, сейчас наказание будет. Napa Pay. Участник закидывает Mentos в колу и пытается остановить фонтан ртом. Так, вот Mentos, вот кола. И надеюсь, я в следующий раз отгадаю песню. Блин, мне пять сразу не получится закинуть. Попей. Было вкусненько. Бумагу? Можно мне салфеток, пожалуйста, бумажных? Но в чем тут моя вина? Ты слишком мягкая. Но все это временно, пойми, я не звезда. Готовый ты пчела, я пчеловод. Ладно, это пчеловод. А, раса. Это пчелы сейчас летят. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. Ага. Ага, йо-йо-йо. Дама. А, это Трил Пил, Егорка Крид и Моргенштерн, мои братишки. А, грустная песня. Ну, я не... Грустная дама. Или грустная песня. Ну, в общем, понятно. Это суп хочет денег. Снимает, сердце прижимает. А, это Big Baby Tape. Он тебя целует. Тебя целует, говорит, что любит, ты ночами обнимает. Сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии. Говорю, блок, у меня на карте зелень, это вовсе не укроп. Оставайся человеком, это даже фейс. Если ты прибавишь. Фейс, фейс, фейс. Это фейс. А, песню не помню. Ну, это фейс. Родись, эй, страдай, умри, эй, и в рай. Нам ничего не страшно. И даже разреши тебе себя поймать. Только здесь. Я не знаю, что это сейчас. Охотница она. А, сейчас скажу. Охотница не ты. Да блин, а почему припев не включили? Сейчас. Как ее? Охотница. Да блин, я слышал эту песню. Сейчас скажу. Сейчас. Итак, я воспользуюсь подсказкой. Звонок пионеру. Алло. Алло, привет. Узнаешь меня? Нет. А? Узнала, кто это? Ну да. Кто? Акимов Макс. А, Закуреева, ты что ли? Короче, Закуреева, смотри, я сейчас нахожусь на шоу Wave FM. Wave FM, смотри, я пользуюсь своей подсказкой. Мне нужно отгадать песню. Если я не отгадаю ее, то меня покарает какое-то там сильное наказание. Включайте песню.
ласковый и нежный зверь. Слушай. И даже разрешит тебе себя поймать. Только здесь охотишься не ты, охотница она. Итак, что за песня? Это сердцеедка. Точно! Сердцеедка. Все, заклеил. Ну, спасибо. С меня шоколадка. Все, давай. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Ты играешь с нами в русскую рулетку. Да, заряд. Это хлеб, Эба. Ну, так. Понятно, да? Раз, раз, раз. Пошла Молли. Нон-стоп. Я просто профи. Мне просто с первой песни не повезло, и все. И со второй чуть-чуть. Ой, с третьей. Ну, без разницы. С первой не повезло. Музыка громче, глаза закрыты. Это нон-стоп, ночью открытий. Пистолета, я найду тебя, я найду тебя. Все? Это 10 секунд было? Я найду тебя. А, я найду тебя. Найду тебя, сейчас вспомню. Комета. А, комета Джонни, да? Джонни. Ведь без тебя ты ко мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю эту песню. А, это Корж. Макс Корж. Как я, только Корж. Ну я Макс Акимов, он Макс Корж. А песня «Слово пацана». Вместе до конца. Слово пацана. Не понять тому, кто не бежал от местных. Незабудка. Незабудка, ну это же легко. Real talk. Незабудка этот, Тимка. Белорусских. Что любить могут одни девчонки? Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить. Стой, я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, почему. Врубай. Это Александр Рева. А, Артур Пирожков, Рева, зацепила. Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Это школа колбасы. Школа колбасы. Блин. Ну, школа колбасы песня называется. Нет? Харбас. Песня Харбас. Адидас в три полоски. Раз. Школа танца слышит раз, играет на местный харбас. Любит до утра топтать и ничего не принимать. Тут лайком танцы в ТикТок. А, да это не 10 секунд. Да сейчас 5 секунд было. Ты считаешь? Да, там даже 5 секунд не было. Ладно. ТикТок. Песня ТикТок. А, девочка в тренде, вспомнил. Девочка в тренде. Кто поет, я не знаю, честно. Девочка в тренде, девочка топ. Я видел ее танцы в ТикТок. Она любит лайки. Ты же опасный героин. Мало-мало половин. А, это дети. Наши чувства без границ. Дети? Дети же, да? Да. А, что за песня? Почему это такое? Мама, это моя банда. Это, да? Нет, не она была. А чё, ну ладно. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Нига рэп уже пошёл, да? Так. Ну это известно, да? Тига? Нет, не Тига? Тига. А, Тайга, простите. Мне позвонят и найдут и убьют. Короче, это не Тайга, да? Короче, ладно.
Я пока не хочу тратить подсказки, поэтому берем наказание. Свежее дыхание. Участник чистит зубы васаби. Итак, у меня желание свежее дыхание. Сейчас я буду кушать васаби. Ой, кушать васаби. Я буду чистить зубы и губы пальцем. Поехали. Я не поддерживаю такие желания. В смысле, мало. Может быстро почистить. Baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't doing no plan, these red bottoms on no van. And she telling all her friends. Может губы не надо? Baby girl, what you doing? What's your name? I ain't playing no games, see these diamonds in my chain. Smoking Mary Jane, yeah, I took it to the brain. And she fuck her for the fame, so I fuck her in my range. Get that money to the top, never stop. Mixing river water. Все, я не могу больше. Мы продолжаем. Все, я все сказал. Это Билли Айлиш, правильно? Я угадал? Билли Айлиш, да? Биляш, Билли Айлиш. Угадал, да? Я, она просто лютая, да. Ну, подруга моя. Ладно, шучу. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Но это чел, который с Билли Айлиш поет. У них фит. Как его? Ну, я не знаю, как это... Мне нужно именно чел этого отгадать. А, это этот. Сейчас, сейчас. XXX Nation. Ну, я не знаю, как правильно его. Ну, там... Как-то? Тентасьон. Я ж вот недавно скачал эту песню. Она крутая, кстати. Я перепутал просто все. I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. О, сейчас у меня начинается супер игра. В супер игре мне надо отгадать 5 сложных песен. И надо мне сказать и название, и автора песни. Вот. Если отгадаю 3 и больше песен, то подписчики не будут загадывать мне желание. А если нет, то я буду исполнять что-то желание. Все. Приступаем к супер игре. Ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту-ту. Американщина, так и знал. Я знаю эту песню. Но? Я знаю ее. Я ее знаю. Кто же ее поет? Да так нечестно. Сейчас скажу. А подсказки-то я могу использовать, нет? Итак, я использовал подсказку, подарок подписчику. В общем, я задаю вопрос, и кто первый ответит на этот вопрос, тот получит вот эту вот мою лютую футболочку. Это лютая футболка. Вот. Вы можете ее использовать как пижамку, потому что она уютненькая. В общем, короче, если честно, мне жалко отдавать. Я думал, буду в ней еще ходить, но... В общем, я задаю вопрос, кто на него отвечает, отписывает мне в директе, тому эта футболка и достается. А вопрос таков. Сколько я отработал смен в лагере «Волна»? Или первое, или второе? Блин, или первое, или четвертое? Или «Falling for you»? Давай, первое. «Falling for you» или как там? Вот это вот. Пулик что-то там. Пулив. I walked in the corner with the body screaming dollar. Never sold a bag, but looking like Pablo. Я за русские хиты. Давайте. Итак, вторую песню я не угадал, поэтому
Осталось три песни, которые мне надо по-любому отгадать. И сейчас мы их отгадаем. Я мешаю алкоголь, я мешаю с этим боль. Транки в венах, мой контроль, играю с чувством. Я не отгадал корешей из города, поэтому мы отгадаем следующую песню. Сейчас мне надо отгадать три песни подряд по-любому. Так что... Догорел для меня, убивай, зарывай мою тьму, не жду перемен. Мне наскучили все, в частности, сам себе слово давал, не за... В частности, себе я слово давал, тебе я слово не давал. Да что это? Ну, кто это? Друг Орловского? Это ж этот, Мия Гиншпиль. Потеряли себя, нам не надо, мана, команда, мага, фа-банк и зомби, там бетон и криво, так пока бокам. За браваду тут топил убитый капитан. Хай-сел, Ян-Яни, Ян-Яни. Ян-Ян, это Яникс, йоу. Я даже забыл, что такое существует. Песня, я не знаю. Я даже забыл, что такой человек существует. Хай-сел, хай-сел. Ян-Яни, Ян-Яни. Я убийца, спасатель, спасай. Брось, ой, детка, между нами. На-н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 а. Ой, что-то знакомое. Голос знакомый. Раса, да? Нет? Да сейчас все песни однотипные, ты поэтому не можешь угадать. Кто? Кто такой холодок? Холодок у меня дома в холодильнике. Между нами, попри мне нами, попеет холодами, холодами, ой, детка, между нами. Итак, это было шоу Wave FM. И я не выиграл суперигру. Ладно, на самом деле было очень круто, супер круто. Наказания были тоже классные, кроме васаби. Васаби, не кушайте васаби в таких количествах. Это вредно для здоровья. Так, что еще? В общем, очень крутое шоу. Ставьте лайки, пишите комментики, пишите, что это очень крутое шоу. Что еще? Подписывайтесь на мой инстаграм, он будет ниже в описании. Что еще? Все? А, точно. Я забыл сказать вам про супер игру. В общем, так как я проиграл супер игру, когда выйдет этот выпуск, то сейчас вы смотрите выпуск, и как вы его досмотрите, рекомендую вам сразу заходить в мой инстаграм, да, а если кто-то не знает мой инстаграм, ну ладно, найдет, и смотреть мою историю. А, точно, я проиграл. Вот. Только мне самый первый человек напишет в инстаграме желание. Не просто напишет там привет, там просто плюсик. Просто самый первый мне напишет желание. Самый первый. Не второй, не третий, а самый первый. То, чье желание я и исполню. Поэтому, если ты уже понял, что делать, то лучше прямо сейчас залезай в телефон и пиши мне. Но перед этим обязательно поставь лайк. I love you.